Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Арая. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы снова продолжаем играть. Кем мы сейчас играем, кстати? Как зовут вот этого охранника? Я не помню, как его зовут. Если честно. В общем, мы охранником играем. Нам нужно найти место, где собираются встретиться два неизвестных, которые здесь договаривались о встрече. Так, откроем на всякий случай. Ой-ой-ой. Так. Это не Арая. Это медсестра. Она показывает туда. А если я хочу сюда? Ты ведь исчезнешь? Пожалуйста, исчезни. Ух, исчезла. Хорошо. Так, там проход есть какой-то или загорожено? Вы ведь слышите это, да? А это уже вроде как Арая или нет? Или тоже медсестра какая-то? Или... Кто его знает? Блин, она погонится за нами, да? Здесь такое препятствие, как будто для побега специально. Блин, да ну тебя нафиг. Не хочу. Я лучше пойду туда, куда нас пригласили идти. Там она, по крайней мере, исчезла. Может быть, будет вообще в игре таким образом, что мы должны идти туда, куда нам показывают, иначе нас будут убивать? Давайте посмотрим, что здесь. Если честно, просто не хочу сейчас беготней заниматься, учитывая, что я понятия не имею, куда бежать. Я не знаю еще этого этажа. Я здесь впервые в этом месте. Просто меня по-любому убьют, если сейчас за мной... Ой, ёпперс, это... Так ты ж туда показывала идти, нет? А где твои ноги? Ага, вот на что она показывала. Что это? Два. В общем, чтобы нанести вред, используйте как оружие, чтобы на кого-то охотиться. Он создан, чтобы быть наделенным силой и сверхъестественными способностями, чтобы навредить любому. А, навредить тому, в общем, кому скажет его хозяин. И это вторая часть. Видимо, там была первая, куда она показывала в начале. А о ком идет речь? Кто это был создан, чтобы навредить? Чтобы быть наделенным силой и сверхъестественными способностями. Это не тот случайно чудик с ножом, который нападал тут на всех? Вполне может быть. А так и было темно, да? Или стало темнее? Или у меня просто паранойя уже? По-любому туда придется топать. Следуя древним сказаниям, Кумантонг может быть разделен на два вида. Первое. Для ленивых, чтобы помочь хозяину в работе. Ночью он будет выполнять задачу охранника, чтобы защищать хозяина и всех его сожителей от плохих людей, так как он будет отпугивать их. А там, получается, был второй тип, а не часть. Второй тип – это те, кто будет убивать по приказу своего хозяина. Так, ну смотрите, если там сейчас она за нами погонится, то здесь-то бежать некуда, здесь тупики везде. Только лишь туда дальше разве что бежать. Вот, блин. Просто вот такие вот препятствия, где нужно перелазить или подлазить под что-то, в этой игре обычно сопровождаются беготнёй. Находятся там, где нам придется бегать. А может, она исчезнет сейчас?
Исчезни, пожалуйста. Исчезни, 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 исчезни. Блин, они исчезают, ребят. Ой. Думал, уже исчезла. Только не спрыгивай, пожалуйста. Вот там сиди, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Договорились? Давай вот так, по-мирному, по-дружески. Исчезла таки. Ой, теперь меня пугает то, что она исчезла, потому что это значит, что она может появиться где-то здесь. Лучше бы там уже себе сидела. Я бы знал, что она сидит там, и все. Здесь мы не пройдем, да? Интересно, что там. Вдруг там что-то есть такое. Любопытное. Почитать. Ну, само собой, если мы не можем туда попасть, значит, ничего такого и нету. Перелезть не сможем, здесь нет. Нет. Ладно. Ага, дневник. Вот что-то любопытное будет. Что там находится? Рыба, рыба! В микроволновке. Ха. A guy hit on me today. That's right, a real guy. He told me his name is Sorn. And guess what? He's also really hot. But he seems like a bit of a playboy type. Marissa is trying to warn me about him. She told me there's something a bit off about him. I suppose she's right. It's nice to have someone worrying about you. I'm really happy with how things are going with Marissa. I don't want anything or any boy to come between us. P.S. Marissa, I heard your warning loud and clear. P.P.S. Thank you so much for the music box. It's the best birthday present I ever got. На меня сегодня запал парень. Правильно, настоящий парень. Он сказал, что его зовут Сорн. И знаете что? Он действительно горячий. Но он кажется немного по типу как плейбой. Мариса пыталась предупредить меня про него. Она сказала мне, что что-то с ним не так. Я думаю, она права. Как хорошо иметь кого-то, кто о тебе волнуется. Я очень рада, как у нас идут дела с Марисой. Я не хочу, чтобы ничто или никакой парень не встал между нами. По скриптум. Мариса, я хорошо услышала твои предупреждения. Пост по скриптум. Спасибо тебе большое за эту музыкальную коробку. Это лучший подарок на день рождения, который я когда-либо получала. Действительно, с Марисой они были прекрасными подругами, я смотрю. Так они что, действительно так долго лежали в больнице обе? Или это имеется в виду уже после больницы, может, они дружили? Вот непонятно. Но что же там? Там темно, не видно что. Если бы было видно, что там просто стена, не было бы никаких вопросов, а так неизвестность. Вот о чем я говорю, неизвестность, ребята. Я не знаю, что там. И, по-моему, там что-то действительно есть. Лишь бы оно оттуда не выходило. На себя. Черт, закрылось, мы не можем отсюда выйти. Ну, в принципе, это значит, что нам и не нужно. Значит, что мы ничего не забыли там сделать. Так, и куда? Куда нам идти? Я боюсь идти в темноту. Я хочу пойти на свет. Давайте пойдем сюда. Ой, плохая идея, ребята, плохая идея. Блин, мне уже не хочется сюда идти. Я поздно заметил кровь. Отлично, здесь заперто, это хорошо. Хотя, наверное, сейчас откроется, да? Так, кого-то тащили вот туда. Оттуда тащили туда.
тащили куда? Ну, фонарик не опускай. В стену? Вот это вот немного непонятно. В стену, что ли, протащили? Стоп, а на потолке ничего нету, не? Блин, ощущение, что оттуда что-то выбежит. Что-то страшное, раз кровь оттуда идет. Или оттуда, раз туда идет, собственно, кровь. Так, еще одна дверь. Заперто, хорошо. Что? Точка сбора? Точка какого сбора? Кто здесь собирается? Что за точка сбора? Эй! Туда теперь, хорошо, хорошо. Ты исчезни, пожалуйста, я пройду, я обещаю, я пойду туда, во. Вот так вот, хорошо, 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 хорошо. Здесь все еще заперто, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Только не нападай на меня, и все будет хорошо. Я пойду, куда покажешь. И желательно к выходу из здания. Так, туда, либо все-таки туда. Не, ну здесь может что-то появится или что-то произойдет. Значит, только сюда. Вы слышали? Может, конечно, где-то здесь что-то шерудело, но, по-моему, там металлические были вот такие вот эти самые штакетники, стойки, то есть, и типа что-то их раздвинуло, что ли? Я не буду идти туда и смотреть, что там было. Я тебя увидел через стекло. Думал, мне показалось. Оказалось, не показалось. А, вот еще проход, я уже думал, в тупик пришли. Ну, бери. Что не нажимается, не понял. А, левой кнопкой мыши опять-таки. По-моему, мы осматриваем предметы. Кнопка Е, а которой нужно взять, допустим, ключи. Их нужно левой кнопкой мыши. Хотя вроде как некоторые ключи я брал кнопкой Е. Вот непонятно немного опять-таки. Ну блин, ну что за... Ну что за кровавые следы? Найди и сожги все печати. Какие печати? Откуда вдруг охранник, откуда охранник узнал о каких-то печатях, о том, что их нужно сжечь? Черт его знает. Блин, сюда можно пойти. Черт, ты ведь исчезнешь, я надеюсь. Ой. Исчезла. Это хорошо. За стеной кто-то там плачет. Так, это как раз, возможно, и есть те печати. Мы их подбираем, а потом должны будем найти источник огня и сжечь. В принципе, может быть и так. Здесь мы не пройдем, хотя я бы спокойно перелез. Но персонажи игр обычно не умеют переступать через предметы, перелазить через предметы. А такая у них особенность. Ух, сколько здесь палат. Что, где произошло? Так, ну здесь придется уже осматривать каждую в обязательном порядке, чтобы собрать эти все печати. Кстати, это что, это гробы такие, что ли? Ну, какая прелесть, нашли мы куда зайти. Мы не можем подняться по этой доске, нет? Блин, вот эти вот кровавые пятна меня очень пугают. Боюсь, реально боюсь. Я не трусь, но я боюсь.
Тихо-тихо, там она, по-моему, стоит, да? Ну, открой ты дверь, ну не закрывайся. Что это такое? Это глюки просто? Это баги или это растяжка какая-то? А нет, это нитка, смотрите. Не понял, а зачем? Вот она идет и... Я не понимаю. Ничего не делает. Собрать 5 печатей и сжечь их, видимо, в этой коробке, да? Сколько я собрал? По-моему, 3 или 4 я собрал. Так, а их можно уже положить сюда? Нет. Ладно, пойдем искать дальнейшее. Найдем, конечно, куда мы денемся. Так, налево пойдешь, там огребешь, направо пойдешь, все равно огребешь, пойдем налево. Так, вроде не вижу ничего блестящего, ничего светящегося. Вы слышали? Это был звук довольно неприятный. Кто-то есть? Нет, вроде пусто, никто не выскочит. Я уж подумал, сейчас как отлетит крышка, как встанет кто-то. И я лягу. Причем не только в игре. Ой, тихо-тихо-тихо. А, вижу печать, хорошо. Так, ну, видимо, это не последнее. Я думаю, нам бы написали, что типа... Отлично, все печати собраны. В любом случае, смотрим уже все, а потом пойдем сжигать печати. Хотя там вроде еще можно идти и идти. Может быть, стоит все-таки пойти и сжечь сначала? Так, это развилка? Или тут тупик? Туалеты. Ой, в каком они состоянии. Ужас какой. И везде нет дверей. Почему в туалетах нигде здесь нет дверей? Вот прям, даже здесь прям огроменная арка. Зачем вообще такие огромные проходы в туалетную комнату делать? Это что за извращение? Что за эксгибиционизм и вуайеризм? Тьфу ты! О! Вместе взятое. Главное, в палаты практически все двери вроде как на месте. Но зато в туалеты ни одной двери нету. Какие-то призраки здесь странные. Не любят двери в туалет. Так, вот эта вот панель упала. Я не помню, она висела или нет. Но что-то было стрёмненькое. Так, опа. А это что? Давайте прочитаем сначала. Пугающее сообщение написано на этой бумажке. Ты должен умереть. Ну, или должна. А что это такое? Кто-то понимает, что это? Это на клизму похоже. Старая детская игрушка. Дети с такими уже практически не играют. Так, все понятно. Тупик, значит, можно идти сжигать. Осмотрели мы все.
Ой-о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 й-
Должно что-то выпасть из этих рабов. Ну хватит тут кататься, слышь? Лежи уже, все. Хватит, хватит. Да лежи уже. Покатунчик. Все, лежишь. Так, нет, ну смотрите, реально, что за нити? Вот они, смотрите. Тихо, тихо. Вот отсюда идет туда нить, отсюда вот. Сюда нить? К чему это? Что это может означать? Может быть, что-то и означает, но я не знаю. Что-то мы можем что-то сделать или нет? Почему блестит? Вроде ничего, может подождать, там сгорит, что-то появится, не? Вроде нет. Вроде просто для красоты блестяшка осталась. Ой, мое бедное сердечко. Что-то слишком длинная загрузка. К чему бы это? А, все. Я уже было подумал, что что-то не так. Опачки, опачки. Опачки, полупопочки. Так. Мы здесь были уже Буном, по-моему. И да, ловили маленькую девочку. Где она? Вон она. Так, стоит ли ходить там смотреть, что в дверях? Давайте из любопытства одну дверь откроем. Посмотрим, будут ли там опять часики. Заперто. Ладно, не будем на это тратить время. А, где она, где она, где она, где она? А, не понял я, где она. Воу! А, стоп, нет. Так, это... А, ну мы сейчас оббежим, в принципе. Заодно посмотрим, что здесь, к примеру. А, ничего. Так, с этой стороны там нет тупика? Сможем оббежать? Заперто. Блин, где она? Она вот там была. Что такое? Замок не появляется, но дверь тупо не двигается. Ой, блин, тупик все-таки. А, нет, вон она. Она просто такая черная, что ее очень легко не заметить. А фонарики здесь такие слабенькие. Ну, прям совсем. Come find me. Ну зачем же так было? А вот она тут стояла, стояла. Теперь нужно ее не только поймать, а вообще найти. Блин, это непросто. А найдите ключ, чтобы открыть вот эту дверь. Вот эту, да? Окей. Какие проблемы? Сейчас быстренько найдем ключик. Да где его найти? Двери все заперты. Где ключ искать-то? Я уже было подумал, что нужно как-то вниз спрыгнуть, теперь ее снизу там искать, но нет. Может, все-таки какая-то дверь откроется?
какую-то дверь стучаться. Не могу понять, в какую. Снизу вроде как. Стоп, вон что-то лежит. Так, нам надо спускаться вниз, значит. И вот... Стоп, нет, нам нужно не туда, нам нужно... Вот туда. Вот сюда стучаться. Так, запомним, что здесь дверь открытая. Давайте сначала посмотрим, что здесь. А, нет, это игрушка. Это просто игрушка. Там что-то написано, не могу понять. Play. Играть. Игрушечный грузовичок. Выглядит так, как будто его лучшее время уже прошло. Непонятно, откуда он здесь оказался. Я тебя споймаю! Я тебя споймаю! Или нет? Ой, какое странное место. Прямо тюрьма какая-то, что ли? Ух! Что это было? Что это было? Там кто-то, по-моему, даже лежит под простынью. Кто-то совсем-совсем мертвый. Абсолютно мертвый. Не, ну реально, ребята, разве не напоминает Silent Hill? По-моему, вообще по полной программе. Еще не хватает только саундтрека от Акиры Ямаоки, и вообще будет просто самый что на есть Silent. Так, видимо, сюда мы попасть по-другому не могли. Тут еще и лестница. Ого, посмотрите вниз, насколько это идет. Что это вообще за помещение? Каково его назначение? Вот эти цепи огромные, посмотрите, прямо корабельные. Ну, та дверь по-любому должна быть открыта, значит. Ибо больше идти некуда. Вот. Девочка, не плачь. Я куплю тебе калач. Так, ты зашевелишься, да? По-любому зашевелится, а может и нет. Опять-таки с кнопочкой «Играть». Старый плюшевый Тедди Бэр выглядит, как будто кто-то с ним очень много играл. Стоп, а здесь была перемычка. Она исчезла, я только как раз хотел задуматься, стоит ли нам теперь обратно бежать через все эти проходы. Нет, не стоит.
Что же там за этой дверью? Неужели нас снова поймают, и мы будем играть другим персонажем? Буном. Часы. Часы. Будильник. Воу, туда тоже можно идти. Шестеренка. Мы ее взяли. То есть мы будем собирать шестеренки и чинить какие-то часики. Хотя зачем? Что они здесь означают? Ну, началось. Опять эта кукла. Я уже про нее и забыл даже. Так, написано, что, видимо, не хватает шестеренки. Но мы сейчас ее и поставим. Ёлки-палки, я не хочу на нее проходить. Тихо-тихо. А я не смогу пройти мимо нее, получается ж. Так, что случилось? Нас перенесло куда-то? Нас телепортировало куда-то. Ну ладно, ребята, давайте-ка продолжим уже завтра, пока мое сердце не остановилось. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.